Привет, ребята, с вами снова я, Зайка Вера. И сегодня мы с вами будем лепить флопа. Флоп наставника, зайчика, кролика, бинго. Давайте же скорее смотреть, что у меня получится. И не забудь подпишись, а мы начинаем. Мы подготовим все необходимое и начнем. Начнем мы с головы. Нам понадобится оранжевый пластилин. Мы сгадаем шарик и слегка его вытянем вот так вот, чтобы у нас сверху голова была поуже. И затем мы нашему красавчику Флопу сделаем глазки. Возьмем два черных шарика и вот так прикрепим. Теперь с помощью жгутика мы сделаем ему нос. А нет, сначала мы сделаем ему полоску посерединке, а то нос нам потом будет мешать. Потому что Флоп у нас представляет собой такую вязаную игрушку. И вот этот вот нос мне вот видится таким стежком. А лишнее уберем. И небольшую улыбку все тем же жгутиком. И лишнее, конечно, уберем. Наш помощник. Так, и улыбка на месте. Затем вот такие вот небольшие палочки-ушки. Ну, с головы мы закончили. Он такой рыжий, осенний, да? А это тело такое вытянутое, напоминает каплю дождя. И мы к нашей капле прикрепим вот такие вот мини-капли, похожие на сосульки. Одну ручку мы ему вот так вот закрепим на брюшко, а другую вот так. Он нас с вами приветствует. Затем соберем ему такие вытянутые фасолинки ножки. С помощью зубочистки мы укрепим ему тонкую шею. Потому что такая шея, чтобы она смогла выдержать нашу голову. Опа! Идеально получилось! Итак, ребята, мой Флоп готов наставлять и помогать. Всем пока-пока и до новых волшебных встреч!